Всем привет, Renault Duster, вот он Duster 14 года. Ну, естественно, пошел дождь, снег, и естественно у меня перегорела лампочка подсветки номера. Так, не буду разглагольствовать долго. Берем перчатку, одеваем перчатки, берем отвертку и поддеваем вот за вот это ухо плафон. Вот он раз. На себя там такая защелочка, вот такая. Вот, смотрите, пластмассовая. Ну, она, соответственно, выходит. И вот наша сгоревшая лампочка. Берем отверточку. Нет, сейчас горит, значит. Отверточкой замкнете, если то сгорит переходник. Сейчас горит просто свет. Сейчас снимаем перчатку с руки. Я в одной руке держу телефон, на другой снимаю. Ну, рукой одной, я думаю, что все получится сделать. А вам все равно ничего не видно. Вот так. Вот раз, есть, достал. Ну, одной рукой, как вы видите. Вот такая лампочка. Вот заранее, кому надо, вот срисуйте, что там написано на ней. ГЛ, ШМЛ 2. Ну, пошли за другой лампочкой. Так, друзья, ну нет у меня лампочки такой. Значит, взял. Сейчас покажу. Значит, вот эта вот лампочка похожа, но она что-то не работает. И есть вот эта такая из-под новогодней елки. Она работает. Ну, сейчас из нее заколхожу, вам покажу, что получилось. Короче говоря, взял я, разбил ту лампочку и припаял к ней вот эту новогоднюю. Вот как получилось. К внешнему и к внутреннему. Сейчас еще вот это дело замотаю за лентой. Держится крепко. Паял паяльником с большим жалом. Очень неудобно. Но все равно это заняло там 2-3 минуты где-то. Итак, друзья, вот что в итоге получилось. Значит, я взял... У нас тут по случаю был Новый год недавно. Я вот прям взял кусочком фольги. Замотал все это дело. Ну, чтоб и теплоотвод какой-то был. Лампочка серьезно греется. Смотрите, чтоб если будете так колхозить, чтобы она у вас не доставала до пластмасски. Вот как-то так.